Сильвестр Сталлоне снимет продолжение фильма «Рокки». В новой ленте герой оригинального фильма станет наставником молодого спортсмена. Американский актер Сильвестр Сталлоне снимет спин-офф фильма «Рокки», передает Deadline. Известно, что последний фильм продолжения оригинальной ленты вышел в 2015 году, получив название «Крид. Наследие Рокки». В фильме, помимо самого Сталлоне, также снялся Майкл Джордан. В то же время режиссером картины выступил Райан Куглер. Трейлер фильма «Репродукция» с Киану Ривзом. Теперь же Сталлоне намерен не только сам снять сиквел, но также и спродюсировать. Съемки фильма должны стартовать в 2018 году. Сообщается, что в будущей ленте герой Сталлоне станет наставником молодого спортсмена. Ранее корреспондент Нет сообщал, что в сети был обнародован финальный трейлер «Лиги справедливости». По материалам сайта news.com.